Ярославские ветераны отметили день рождения комсомола. 29 октября Коммунистическому союзу молодежи исполнилось 100 лет. Ветераны надели награды и пришли в городской концертный зал, чтобы вместе еще раз вспомнить свою юность. Ярославская организация создана в 1919 году, и с тех пор горожане всегда были в числе самых активных. Редкие кадры архивной хроники сохранили самую первую демонстрацию комсомольцев, а фотографии – лица тех, кто стоял у истоков ВЛКСМ. Ярославские студенты являлись активными целинниками. В студенческие годы принимала участие в уборке урожая в Кустанайской области, в уборке целинного урожая. В 1958 году нас наградили медалями за освоение целинных земель. Большая компания студентов, преодолевая различные трудности, по комсомольским путевкам выезжали студенты. Тогда было три вуза в Ярославле – педагогический, медицинский и технологический. Как известно, на знамени комсомола 6 орденов, полученных за активное участие союзной молодежи в ударных стройках в Великой Отечественной войне. Сегодня ветераны получили юбилейные награды в ознаменовании 100-летней даты. Встреча завершилась концертом. Песни «Тревожные молодости» вместе с музыкантами исполнял весь зал.